Ринат Ибрагимов – человек уникальный и неповторимый. Ему уже 72, а он все еще поражает поклонников своим изысканным талантом, записывает песни и гастролирует по стране и миру. Песни его юности до сих пор популярны и любимы, их слушает не только поколение 60-х, но и все последующие поколения. Помимо прекрасного таланта, Ринат постоянно удивляет зрителей еще и своей насыщенной личной жизнью, за которой поклонники неустанно следят. С первой супругой Ибрагимов прожил 14 счастливых лет, она родила ему двоих прекрасных детей. А потом он вдруг решил уйти от нее к молодой поклоннице. Видимо, мужчине захотелось получить острых ощущений. Хотелось, чтобы жена им снова восхищалась, поклонялась его таланту. Вторая жена Рината, Альбина, подарила ему 25 лучших лет своей жизни и двоих детей. А потом Ибрагимов решил привести в дом еще одну жену, что по его мусульманским взглядам было вполне нормально. Альбина же не разделила мнение супруга, и за это ей пришлось поплатиться разводом и одиночеством. Сам же Ринат начал новую жизнь с молодой симпатичной и влюбленной в него по уши официанткой Светланой, которая на 42 года его моложе. Девушка, в отличие от второй жены, полностью разделяет религиозные понятия Ибрагимова и считает себя счастливой. В этом браке у певца появилось на свет 5 детей, и на данный момент они все еще школьники. Светлана окончила экономический университет, но мусульманская жена должна заниматься детьми и домом, чем она, собственно, и занимается, и, судя по фотографиям, это ей очень нравится. Почему бы и нет? Любимый супруг, прекрасные дети, большой загородный дом и жизнь, полная удовольствий. Это гораздо лучше, чем работа официантки, скудные чаевые и отсутствие каких-то перспектив.